Задержаниями закончились обыски в домах воров в законе и криминальных авторитетов в Армении. Широкомасштабные рейды по всей стране провели накануне оперативники Главного управления уголовного розыска полиции Армении. Как сообщил «Спутник Армения», начальник управления по связям с общественностью и информацией полиции страны Ашот Агаранин, операция была проведена в рамках уголовного дела, детали которой пока не раскрываются. Известно, что среди тех, кого навестили силовики, оказались Самвел Арутюнин, Самвелик, Жраир Брутин, Жиры Шаумянский, Сури Наветисян, Сура Ленинаканский, Артем Газарян, Артемик Ленинаканский, Армин Манукян, Сева, Геворг Меликян, Геворик Ашаканский, Нараир Пилаен, Кончо, Сури Наветисян, Сури Ленинаканский, а также уже задерживаемый недавно Самвел Арутюнин, Манетит Хасамо, Рафаэл Хайцин, Афа, сын другого вора в законе Рафика Хайцана, Хой, и другие. При этом ряд авторитетов, в чьих домах были обнаружены оружие, боеприпасы и наркотики, были доставлены в полицейские участки. Все предметы и вещества, найденные в ходе спецоперации, отправлены на экспертизу. Ранее также стало известно, что суд арестовал задержанного 16 июня весьма влиятельного криминального авторитета Артура Асадрина, Дона Пипа. Он подозревается в похищении трех лиц с применением насилия, опасного для здоровья, а также в незаконном приобретении и хранении оружия. Обыски и приводы в полицию представителей воровского мира начались в стране сразу после ненасильственной смены власти, когда премьер-министром стал Никол Пашинин. За два месяца правоохранители провели профилактические беседы с десятками законников, предотвратили сходку, которая должна была состояться в одном из ереванских отелей, а также вынудили покинуть территорию страны внука Аслана Усаяна, дед Хасан, Иракли,